Привет-привет, друзья мои! С вами канал «Китай стал ближе». И сегодня интересная посылка для женщин, для жены. Я для своей заказал. И для всех тех, кто делает маникюр, кто красит ногти, кто занимается этим творческим, я бы сказал, процессом. Почему творческим? Потому что смотрел, как все это делается. На самом деле очень красиво, очень прям вот... Ну, умеют люди, что там говорить, умеют. Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием. Регистрируйтесь в сервисе Letyshop, устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках. Значит, посылочка стоит 2,99 оценена, весит она 100 грамм, и там набор кистей. Там набор кистей, почему я знаю, потому что не утерпел я и отковырял краешек. Отковырял краешек, давайте достанем, здесь пусто. Вот такой вот классный, крутой набор кисточек. Здесь не только кисточки, сейчас мы с вами рассмотрим, что здесь есть еще. Давайте откроем и посмотрим, что же есть в этом наборе. Запечатали, видимо. Заклеено. О. Все, это был скотч. Убираем скотч. Вынимаем кисточки. Вынимаем вот эту штучку. Вот. Вот такой вот классный набор кисточек. Одна коротенькая, вот эти вот длинненькие, широкие. Давайте разберем, посмотрим. Одна уже отвалилась, супер. Да, китайцы, что сказать, китайцы. В общем, вот такой вот набор кистей. Сколько же здесь предметов? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, вот это вот 15, но это не кисточка, это ставить точечки. 15 вещей в этом наборе, и вот такая вот классная штука. Штука, я прям не знаю, как эти вещи называются, но будем их называть штуками. Здесь, значит, что у нас есть? В этом наборчике у нас есть вот такие вот штуковины. Вот такие вот штуковины. Они у нас здесь идут одинаковые шарики, да? А здесь вот они разного диаметра. Здесь вот идут разного диаметра. И это тоже применяется для... Точнее, применяется в процессе творческом рисования на ногтях, в процессе нанесения маникюра. Ставятся ими точечки, всякие разводики и все остальное. Я, конечно, очень сомневаюсь, что кисточки это... Беличий ворс. Ну, давайте попробуем на мягкость, как они. Кисточки довольно-таки мягкие, но прямо как леска. Так что это синтетика, это 100% синтетика. Да, это синтетика. Но все равно довольно-таки хороший набор за неплохую цену, дешево и сердито. Ручечки не деревянные, это пластик. Пластик, придется немножко доработать, но ничего. Такой вот наборчик, недорогой, классный наборчик, сегодня пришел к нам. Точнее, пришел моей супруге, сейчас я ее обрадую. Ссылочки будут в описании, переходите, смотрите. Кому что-то понравилось, извините, что так вот сумбурно, я просто в этих вещах вообще ничего не понимаю, кисточки... Разных вообще, разной толщины и разные все на них. Большая часть вылетает, так что придется еще их подклеивать. Слетают сами головки с кистей. Вот еще одна, видите, слетела, одна палка осталась. Ну ничего, это я доведу до ума, но думаю, что жене понравится. Был вот такой вот сегодня наборчик. А с вами был Владимир и канал «Китай стал ближе». Ссылки на этот набор будут в описании. А с вами я прощаюсь. Все, пока.
Подпишись на канал, нажми колокольчик оповещения, и ты узнаешь первым о новом вышедшем видео. Нажимайте колокольчик оповещения и узнавайте о новостях первыми.